Уважаемые краматорчане, встречая Новый год, мы всегда желаем себе, чтобы в новом году было все намного лучше, чем в уходящем году. Хотя 2011 год был, в общем-то, успешным годом, потому что в 2011 году был очень хороший урожай, промышленность выросла на 9%, гривна была стабильной в течение всего года, у нас была самая низкая инфляция за все годы независимости. Но в 2012 году мне хочется пожелать, чтобы все промышленные предприятия работали успешно, чтобы было как можно больше заказов, чтобы загрузка была на всех рабочих местах, и чтобы эта работа принесла благополучие каждую семью. Мне очень хочется пожелать, чтобы в новом году наша молодежь могла успешнее реализовывать свои возможности, знания, свой талант, чтобы в каждой семье было побольше теплоты, любви, уважения друг к другу, чтобы мы больше внимания уделяли нашим старшим товарищам, нашим бабушкам, дедушкам, чтобы в каждой семье был достаток, чтобы дети росли здоровыми и чтобы жизнь была радостная. Дорогие краматорчане, мне от всего сердца хочется пожелать вам всего самого доброго и счастливого в новом 2012 году.